6 октября по маршруту «Сквер Молодежный» площадь Победы состоится массовый забег с призывом «Скажем вместе туберкулезу нет». Старт забега состоится в 11 часов. Награждение победителей забега планируется на месте финиша – на площади Победы. Впервые забег против туберкулеза состоялся в прошлом году при поддержке практически всех медицинских учреждений Тувы. Число участников составило более 400 человек. Министерство здравоохранения региона и коллектив республиканского противотуберкулезного диспансера приглашают всех желающих принять участие в масштабной акции и внести свою лепту в борьбу с туберкулезом.